Чебоксар. Чебоксары. Да. Сегодня приехали? Да, сегодня с утра. То есть специально выходные брали на работе? Да, 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 да. Обязательно. Для этого дела. А билеты когда покупали? Заранее? Заранее, да. Потому что, ну, и на поезд, короче, обратно на самолете, короче, летим обратно. Потому что, блин, Динамо в полуфинале оказались сильнее в дерби с ЦСКА. Там решающие матчи победили в серии 12-7. Порезали, а как скорая была? А куда? Как? То есть в пазик посадили, что ли? Увели куда-то. Короче, увели куда-то. Как у меня одни из болельщиков Манчестер Юнайтед говорили Ливерпуль. Но я не буду оскорблять ливерпульский болельщик. Расскажи, слушай, как тебе атмосфера, как тебе вот этот накал? И как самое главное, как игра, как футбол? Футбол, в принципе, какой-то физически немножко слабый, немножко, то есть физика отстает. А так сам накал, сама игра мне нравится. Последний раз коней ебали в кубке 26 лет назад, в 94 году. И сегодня обновили историю. Поздравляю от души. А в полуфинале с Зенитом как? Прогнозик сразу. Выебем, конечно. Куда мы денемся? Надо выходить. Надо.